Добрый день. Что делать, если у вас есть вопросы по работе программ от Cadence, и вы не нашли ответы на них в наших видео? Вариант номер один. Зайти к нам на сайт pcbsoft.ru. Здесь есть раздел инструкции, здесь пополняющийся набор печатных материалов, сопроводительные файлы к ним, есть небольшой маршрут для начального осваивания работы в схемотехническом редакторе, в редакторе печатных плат и PSPICE моделировании. Как вариант еще заглянуть в решение известных проблем. Здесь мы выкладываем в одном документе подборку различных вопросов ваших с ответами. Вариант номер два. Зайти на форум Electronics. Здесь есть раздел «Печатные платы». Разрабатываем печатные платы в SAPR. Cadence. Можно создать свою тему, либо написать на горячую линию. Сотрудники нашей фирмы, либо участники форума отвечают и тоже могут помочь. Если вы заметили ошибку в работе программы, вы можете написать об этом на нашу почту info@pcbsoft.ru, либо зайти на официальный сайт поддержки Cadence, это support.cadence.com. Вы должны быть лицензированным, конечно же, пользователем, тогда у вас будет доступ к этому сайту. Здесь есть раздел cases, то есть случаи, заявки. Выбираем оформить заявку. Здесь выбираем продукт, в котором вы обнаружили ошибку. Даем краткое описание, уточняем продукт, версию, уровень ошибки, пусть будет средний, и даете текстовое описание, в чем у вас проблема. В принципе, подробно расписывать не нужно, не нужно хорошо знать английский, достаточно указать, о чем речь, и приложить, например, ваш файл, либо видеозапись с ошибкой, этого будет достаточно. Жмете «Подтвердить». Случай рассматривается поддержкой, вам приходит ответ на почту. Она в дальнейшем либо исправляется, либо вам даются варианты по ее обходу, рекомендации по каким-то временным решениям. Если у вас есть идея о том, что можно было бы рассмотреть в формате коротких обучающих видео, пишите об этом на почту. Нам важно знать, что вам интересно. Будем делать.